Вы часто пишете про исполнительницу с хрустальным голосом и, конечно, хотите увидеть и услышать ее в нашей новогодней программе. Сегодня Алиса Игнатьева по вашим многочисленным просьбам с песней «Белым снегом». Поздравить с Новым годом и подарить елочную игрушку ручной работы, кузьминскую елочную игрушку. Этот ангелочек пускай приносит в Новом году вам счастье, радость, любовь, здоровье и Божие благословение. Спасибо, какое чудо вообще. Спасибо огромное.